прям натурально, да. Сейчас боком. Реально, кембок, блядь. Начал порешает Генка смотра. Я тут, придурок. Москва-то одинаковая. Валёк, вот смотри. Чё? Всё, ты уже спидан завалил. Вот ты самый бесстрашный, какого хуя ты подушку взял с собой? Да, я его фанат. Да. Снова я, вы меня уже знаете. Мне вот там интересно сейчас. Вот знаешь, самая страшная комната всегда такая, где вот плитка находится. Бля, Валёк, пошёл нахуй. Нет друзей, нет врагов, нет родных. Мы семеро. В смысле? А, я думал, батарейка села. Я уж испугался. Ну вот, короче, отсюда дым пошел. Вот. Ну и не заводил, все, короче, клинило. Вот, и пришлось, короче, ну, заново ставить, снимать там все. И эта панель у меня сейчас получается как-то, ну, туповато стоит. А мне сегодня, короче, Министерство молодежной политики звонило. Че говорит? Прошел на Ивылгу. Ну, говорит, точнее, освободилось место. Выбирай, куда идти тебе. Малая Родина или арт-квадрат смены. Да, Малую Родину выберу. Завтра подам заявку. А это? Изначально я не прошел. Вчера тебя что там это? Как награждали? А, короче, никак, блядь. Меня из списков награждаемых вычеркнули нахуй. За всех. Короче, не награждали, там только 3-4 курс. А, типа первокурсник пошел нахуй, да? Да. Нет, они сократили программу, во-первых. Во-вторых, как бы первокурсник еще, знаешь, так, щенки еще якобы. А 3-4 курс, вот 4 курс уже выпускается, они в основном внимание им выделили. Ну, это типа, мне кажется, как выпускного был. Да. Короче, им выделили денежное вознаграждение, какие-то подарки там надарили, нахуй. Там приезжал этот ЖКХ, министр ЖКХ, блядь, Афонин. Че, там долго все было? 1.5 часа. Я Артуру, короче, отдал футболку, скажу, братан, мне уже зачет поставили, я пойду. Не, мы, короче, там, прикинь, нам сказали, типа, в 2 уже быть там, нахуй. Мы с 2 часов до 4 сидели, ждали, нахуй, этих гостей, директора. Да, да. А что там, какая разница, мой край родной или Арт Плюс? Моя родина, Арт Плюс, короче, это творческое, короче, кто... Тутор. Да, ну что-то с творчеством связано, там стихи, картины, всякая хуйня. Бля, я такая. Малая Родина, о, Юдина. Что-то она сейчас и не рыжей стала. Малая Родина, короче, это одна, она по подразделам распределена. Одна, короче, там развитие каких-то, развитие мелких городов, что-то там. И вот что ты там, какую статью напишешь? Ну вот школа ТСЖ, которая есть. Ага. Прям на ГДК находится, что ли? За ГДК, они сказали. Че это не за ГДК? Я думал, на площади не... Ну, на площади, небось, это, боятся, это, там, мусоров уедет, пизды получать. Генка, мишень будет. Че, где ты? Тут тачек до хера за ГДК так-то. Тачек. А, ну да. GoPro, я короче, пацаны, залупился. Вешаем GoPro. Вот. Херовина это. Нет, кейс вроде, смотри, вроде пизда смотрится, как на GoPro. А сам видеорегистратор. Да, плюс один. Не-не-не, посередине ты чё, ёбу дал. Вот сюда вот. Бля, ну окей. И, нет, я имел в виду, смотри, вот сюда поставить, чтобы видно было, капот видно было. Ну не знаю, как ты там хочешь. И что, она держаться будет? Можно. По сути, надо же магнитное крепление, а у меня двусторонний скотч. Заебись, блядь, краска. Не покрасишь нахуй. А что будет? Мы ночью покатаемся. Хотя клей там снять-то нормально будет, там же есть эта фигня какая-то. Двусторонний скотч, ты что? Уплывают в океан. Я сейчас тоже навалю. Шалалалай. Сейчас подъедет, нахуй. Съебется нахуй, сука. Так, ну чё, сука. Блядь, посередине ещё осталось. Шеф. А, она это вроде закрывает. Болт. А, нет, не закрывает. Блядь. Это в натуре. Ты, короче, если будет Lab 4D апокалипсис, ты, короче, будешь этим курильщиком. Курильщиком, да. Блядь.
Посередине, чтобы капот было видно, нахуй. МФС-ка, блядь, будет. Так, сейчас высоту настроим. Я что-то мало вижу, что капот видно. Ну-ка, ну-ка, я смотрю. Давай еще ниже. Еще ниже? О, стой, стой, чуть-чуть выше надо будет. Бля, сейчас свет врублю. Блядь! У тебя без зажигания, что ли? Сука. Ну, чуть-чуть выше надо, слишком сильно капот видно. Вот так вот. Во-во, нормально. Сейчас все хуйня, что за хуйня? Снимают GoPro, блядь. Давай. Ты это все? Это, слышишь, ты кенбок прям натурально, да. Сейчас боком. Реально кенбок, блядь. Наваливать, блядь. Ты боком, нахуй. У кенбока же он, когда видео снимает, у него везде, вот тут, нахуй, вот тут. Под доном, нахуй. Да, везде GoPro, блядь. Я видел, короче, он один раз, когда на трамплине прыгал в поворот, ну, там, трамплин. А, этот дрифт тоже смотрел, да, вот это видео? И у него камера внизу разбивается. Да. Прохожий. Это вторую придется купить, короче, ты сейчас понакупаешь видеорегистраторов. А, короче, это как МФС-ка начнется, такая типа. Только дальний включи для эпичности. Он что, вырубился? Ше, я записываю вообще или нет? Сука. Приклеить, приклеили. Короче, смотри, погодь. Нажимаем вот на эту. Это включение. Так он записывает? Нет, не записывает. Не записывает. Вот, записывай. Короче... Сколько там флешка на 2 гига? Ну похуй. Короче, сейчас это, газку дашь так? Сейчас такую МФС-ку поставишь. Во-во-во-во-во! Короче, посидели, попиздели. Регистратор, давай, выебнися. Давай, МФС. Зачем? МФС. Это выложим нахуй под музон. О, а это уже Сайфулин едет, блядь, со своими катками 18-ми. Что, такие же хочешь? Охуеть на кроссовер такие, прикинь. Я тоже. Серьезно? Не верю. Че, серьезно, не веришь? Сука, реально, регистратор, блядь, въебёмся, будет все видно. Еще раз что-нибудь скажи, регистратор. Давай еще раз. Регистратор. Регистратор! Да. Да. А что? Имею право. За 1300. Школьники сдают ЕГЭ, дрожат, не спят. А мы сдали сессию. Да. А мы сдали сессию, мы довольны нахрен. А, один рассказывал, Пудич, короче, я с ним перетер, сказал так и так. В понедельник и пятницу будет практика. В 9 утра быть надо, до 12 будет задерживать. С 9 до 12? Да. Вечером. Утра, ты че? До полудня, то есть. В смысле? Так, будет практика проходить в понедельник и пятницу. А, физическая? А, с понедельника по пятницу. Вообще вся. Понял, понял. Вроде вся. Ну, недолго так-то. Я-то думал, каждый день нахуй, блядь. Полтора месяца каждый день это ебать, да? Нет, я так думал, понедельник по пятницу, как побудем, как учимся, так практика. Нет, понедельник только и пятница. То есть понедельник и в пятницу приходишь на. Все, сука? Да. Заебись. Это, наверное, его геодезическая. Нет, вообще вся практика. Вот это мега фотосъемка. Опять вылезешь? А что, нельзя? Ну, вылазь. На этот раз GoPro сниму на капоте. Нет, чисто вылезь так это. Просто камеру вытащи, все нормально будет. Аккуратно. Да, винты, прикинь, такие. Фиу, блядь. Короче, вот, ребята, GoPro нахуй. Долбоебы едут с GoPro на капоте. Сука. Хули ехидничаешь ты тут?
долбоёб. Да. Я на улице. Ты все поймешь, солдат, курочки, сбивая черным сапогом травой прозрачную. Бля, мы не туда едем. Сука, и шестерка, бля, выстрелилась, пиздец. И каждый к своему посту. Караоке с Джиггернаутом. И каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. Знаешь, что на видео, блядь, снизу текст нахуй, такой переходит текст, блядь. Караоке нахуй. Я жду. И это, помогите Джаги спеть песню, как это? Помогите там, где-то. А, девочки. Это Даша следопыт. Да, помоги Джаги спеть песню. Оп-оп-оп, бродяга. Оп, бродяга. Оп, зато в шортах. Ох, что в кепке. Холодно, зато сука. В шортах. Холодно, сука. Смотри, в обнимку ходит. Кто? Он так ходит. Сейчас. А, в обнимку? Ну. Forever Alls. Я тебя люблю, честно говорю, честно говорю. А, GoPro забыли, блядь. Сам, ведь ты знаешь сам, как тебя я жду, как тебя я жду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Видно, не судьба, видно, не судьба. Да. Не как обычно, да? Да. Сука, окно, сука. Аллергены, блядь. Аллергены. Не так уж и давно. Врум-врум, мазафака. Маленькая запака. Девчонка. Ебать, меня сделали. Сука, он на красный поехал, Сида. Красно-желтый же. Ох ты вообще. Тогда сказал тихонько нет. Валечка, не надо слезы лить напрасно. Может быть, потом поедешь на смотру. Просто ты немного подожди, немного подрачи, немного сердцу моему. О, шкуры стоят там. Опа, опа. Хуйня корола, бля. Бля, Волга пиздатая, смотри. О, фак. Посмотри, стоит как, блядь, как мустанг, бля. Это, по сути, называется русский muscle car. Чего? Заднеприводный, и у лошадей больше, чем на ВАЗе. То есть там еще в 90-80-х годах там 120 лошадей было. Ну, 120 это все равно маловато. Заднеприводный. Прям. Зато боком. Прям как ты, да. И оно большое такое. Но он тяжелый, разгон у него медленнее, соответственно. Ну, ладно. Мы сейчас в Дарьевке. Генка позвонил, сказал, что он на заброшке вот на той, не один, хер знает он с кем там. Вот, ну, Саня там... меня обещал отвезти, блядь, крипоту показать, но я не верю. Да. А, кстати, ты пойдешь туда в здание? Бля, фонарь был бы, пошел бы. Айфон. Я тебе найду фонарь. Сука, ну хуй знает. Не, лучше не будем рисковать. Снимаю. Братья мои, вступайте в ИГИЛ. Ставьте Лукойлы под это видео. Иначе вас порешает Генка с матра. Я тут, придурок. Москва-то одинаковая. Так вот, мы сейчас идем в эту заброшку ночью. Да. Вот. Вот, подписчик мой идет. Да, я и его фанат. Да. Снова я, вы меня уже знаете, по-моему. Ну вот, короче, запомните наши лица такими, а какими они будут дальше, посмотрим. Да. Нет, не подушки да. Хватает. Это что за хуй, блядь? Подушенция, бля. Понятно. Это что ты, такое? Это ты. Ебать, Валюк, тебя даже тут не видно. О, вот реально. Как ты будешь снимать тебя? Показать? О! Ладно, батрат пока. Бля, идите ближе, а, вот заебать. Саня! А то я вас пугать буду. Саня! Королева! Саня! Так, Валёк, я вам тебя сейчас кофту заберу. Так, о, смотрите, замурованная стена, кстати. А что под эти хлопаньки будем брать? Замурованная стена. А то же здание большое. Не, подушка. Валёк, тайную комнату нашли. Кого? Тайную комнату. Там Гарри Поттер, ёпта. А ты что, слышишь? А? Идите. Не батар, что ли? Так, мне вот там интересно сейчас. Вот знаешь, самая страшная комната всегда такая, где вот плитка находится?
Бля, Валёк, пошел нахуй, я обратно. Вот там страшно, особенно сталкеры, вот когда играешь. Резали, наверное. Да, тут людей резали, кишки вырезают, так им жопу засовывали. Самое то. А вот он сюда колбасу. Тут не колбасу, тут удобрение делали. Валёк, вот смотри. Чё? Все, ты уже спидами завалил. Вот ты самый бесстрашный, какого хуя ты подушку взял с собой? Это как это? Вот, знаете... Смотри, вот прикинь, вот, блядь, вот реально я уже говорил, кто-нибудь наебнётся от какой-то ебаки, я такой, о, братан, держи, помягче, чтобы смотри, сесть. Это, знаете, это как, допустим... Это как, допустим, тёлки с Мишкой там спят, засыпают, вот ты тоже... О, смотри, летучая мышь летит, нахуй, бля, буду. А, это голк. Ты, короче, берешь подушку с собой и это... Чтоб тебе не страшно было. О, смотри, вошла. О, вот реально охуенно огромный. Это то ли голубь, то ли мышь. Мышь, мне кажется. Да бля, это щенок мой. Он просто под химикатами лежал. Ну, блядь, взял. Все, Ген, очко играй. Да, мне спать охота. В смысле спать? Прямо, у меня 8 утра вставать. Ля-л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 я-
хочешь тут побыть, что ли? Я же говорю, я... Че, Валек? А, мне показалось, я думал, ты гость поймал. Пидорас ебаный, я тебе сейчас это... Ты давай, ты пешком, а мы на машине. Ага, сейчас отходим. Ты че, сейчас все в минус поедешь? Да, ты. Мы тогда потеряем, сейчас проедемся. Ну ладно, если че, я за... Я что такое был-то? Я что там исполнял? Какого хуя орал? Бля, я люблю пугать людей, извини. Ты не любишь пугать людей, и у тебя это защита, так это психологам доказано. Лучше защита — это нападение. И свет так гасит. Короче, ладно. Вот, закончилась крепота. Мы в тот раз с Генкой были вдвоем, поэтому сюда не зашли, а сейчас как бы нас человек побольше было. Да, отпиздить могли. Да. Ну, кого никого, нас бы, а других отпиздили. Ладно, стоп запись. Вот и закончились наши 24-е покатушки. Зашли мы до ползавода. Вот изначально вообще тут был Генка, мы ему позвонили, он сказал, я там это, с друзьями. Вот, мы сказали, никуда не уезжай, сейчас приедем. Вот, доехали. Нас там попугать решили, ну, ничего не получилось. Пока. Увидимся. Да дай походку там. Ну, бля. Хочешь залезть на машину? Снимаешь, что ли? Да. Если ты супергерой, то значит я суперзлодей. Yeah!